крутые лодочки. Причем моя мама сразу мне указала, что хочет эти. Но тогда, когда я себе их уже заказала. Мяу. Мне действительно нравятся такие модельки. Да, их ношу. Во-первых, это недавний тренд. Я помню, мы раньше с вами обсуждали этот вопрос. Во-вторых, это удобно. Бегать в них и под платье легко надеть. Ничего не вижу плохого в том, чтобы не мучить себя целыми днями шпильками. Очень нестандартный каблучок. Он такой глянцевый, сверкающий для меня. Имеет пудровый, мятный и белый цвет. Размер 36. Тут все просто. Я опять же брала на размер меньше, потому что очень боюсь брать в большую сторону. Вот тут уже реально. Либо маме, либо мне. Не прогадаем. Как думаете, как распорядится фортуна? Мне пока интересно. Подошва не скользящая, здесь специальная прорезиненная вставка. Очень приятная кожа, она твердая, но там, где будет соприкасаться с ножкой, она мягче. Задничек твердый, это, кстати, очень важно. Вообще следите. Я не знаю, еще до сих пор существует такая обувь, которая здесь мягкая. Я когда-то дважды наткнулась, и теперь замечаю, постоянно делаю на этом акцент. В такой обуви не выходишь, мне даже стоять страшно. Ну, здесь все хорошо, я уже давно такое не встречала. Мне нравится, что стелечка мягенькая, так что будете ходить как на пружинки. Это нереально кайф. Так, видите, защита, все окей, и все хорошо. Вот тут я вам не попридираюсь.